Итак, ребят, всем здорово еще раз. И мы смотрим с вами вот этот вот монокуляр, о котором я вам говорил. С дальней дистанции он смотрится вот так. Ну, в смысле вдаль. А вблизи это будет... Это будет... Я пока еще не знаю, куда там надо. Вот. Это будет вот так. Резко здесь вставляется автоматически, делается, настраивается, поэтому, если что, ребят, извините. Вот так вот это делается. Я вот пытаюсь уловить здесь просто. Надеюсь, что будет немножко качественно все-таки. И по резкости, и по дальности. Напоминаю, вот так это выглядит дальше. В реальности. Ну, конечно же, нужно понимать, что это широкий угол. И то, что мы видим на смартфоне. Ну, в частности, у меня DJI Osmo... Нет, DJI Pocket... 2. Да я теряюсь, не могу найти, как она тут. У меня здесь сейчас DJI Pocket 2. И, соответственно... А вот домик, который вот реально виден, вот он. Ну, вот где-то здесь. На широкий угол, безусловно, вы ни черта не будете видеть. А все-таки здесь что-то видно. Это хорошо. Берем бинокль. Так, и бинокль уже у нас... Я... Вот обычный вот такой вот бинокль, советский. И давайте будем посмотреть, что у нас здесь. Слушайте, визуально мне кажется, что... Ну, очень похоже на то, что... Так, я теряюсь пока. То, что я изначально видел... Не могу сосредоточиться. Вот. Во-первых, он шире. Согласитесь, да? Намного шире. Он шире. Гораздо шире, конечно. Но это бинокль. Это можно, конечно, отпилить половину. Будет монокуляр. И заодно посмотрите частоту кадра. Частоту картинки. И вот этот вот ниже, который у нас дом был. Вот, посмотрите общую картину. Конечно же, бинокль выигрывает. Это напоминаю, это советский бинокль. Он, конечно, выигрывает вообще на 100%. Верну, опять же, монокуляр. Я признаюсь, я в него еще даже не смотрел. У него здесь вроде как есть даже... Ну-ка. Ага. Ого! Ну вот так я для себя сделал, как бы. Но, ребят, в глазах даже очень плохо смотреть. Очень плохо смотреть в него. Вроде, если приловчишься, конечно, можно как-то там. Во-первых, он узкий, насколько я вижу. Да, что ж такое? Не могу попасть никак. Он очень узкий, видите, да? Ну и во-вторых, по сравнению с биноклем, если бинокль хорошо сразу берет все, видит хорошо, то монокуляр как-то... Какой-то у него картинка какая-то вся синяя какая-то. И в первую очередь, в самом первом... Первые минуты этого видео я не настроил резкость просто на монокуляре. Не знаю, мне не нравится монокуляр, конечно, я его буду отдавать. Все, спасибо, ребят, на этом. Пока.